из самых, то, что меня удивило, то тот концерт, после которого захотелось реально попасть в постоянный состав, это вот была вечеринка саундтреков. Это, конечно, было нечто. 35 градусов жары, май, доверху набитый клуб ДК, люди в полуобрачном состоянии, в том числе музыканты в гриме, в одежде и в состоянии трехчасовой игры уже с отваливающимися пальцами. Это, конечно, было шедеврально и очень весело.